что сегодня, в общем-то, попрезентуем. Поэтому сейчас внимание на телевизор. Коммунальная пивоварня, кто не знает, мы четверо, еще трое ребят, которые здесь не присутствуют. Соответственно, вот просто как бы... Вот, это класс. От этого презентация уже начинает походить на презентацию. Соответственно, это на самом деле была наша первая такая вот уже набившая оскомину слово коллаборация, потому что, в общем-то, для нас каждая варка – это коллаборация, потому что всем семером нам что-то придумать, собраться, сделать и организовать – это, в общем, уже большое событие. Так получилось, что вот там стало интересно и прикольно было куда-нибудь съездить и сварить пиво где-нибудь, так скажем, не на территории Санкт-Петербурга. И Боря вот так вот практически с листа просто связался с ребятами из Танкера и сказал: «Привет, парни, я был у вас в Таллине на фестивале, да, 2014 года, 2015 года, да, вы классное пиво варите, мы вот коммунальная пивоварня, вы тоже домашники, мы домашники, короче, у нас столько всего общего, давайте что-нибудь замутим вместе». На самом деле была очень интересная как бы так опыт, очень классное, интересное оборудование. Очень классное китайское интересное оборудование, которое, да, то есть вот совершенно не все, причем по нашим ощущениям, использовалось потому, как оно в принципе задумывалось даже китайцами. Таскание этого солода примерно 30 метров от места дробления до того, где находится заторник. Ведро 30-литровый, такой шланг из ЦКТ. И вот это бурлит, это как бы, да, это у них гидрозатвор так работает. Это была мысль объединить, ну, можно сказать, наш топовый сорт, это IPA Дерила, и их один из топовых сортов, Sauna Session. Но сделать это все в таком немножко необычном виде. В итоге мы от нашего сорта взяли ржаной солод, от их сорта взяли банную воду, если... Но вот сейчас пиво немножко холодное, поэтому веники банные, они ощущаются чуть меньше. Если дадите пиву немножко стоять, они будут более явно чувствоваться. На самом деле просто в воде для пива использовались веники. Заторники там просто, вот там не знаю сколько, 500 литров, да, 500 литров воды и с замоченными там, да, с вечера прошлого, там не знаю, там, штук 50 веников, таких березовых, да, таких нормальных, связанных веревками. Мы решили сделать такой торт так, в американском стиле, с достаточно сильным охмелением, с добавлением, соответственно, ржаного солода и на вот такой вот банной воде. Давайте, да, пробовать. Будем рады услышать мнение. Спасибо всем, кто пришел. Надеюсь, да, что это будет не зря. Так что всем хорошего вечера. Чиствая стройтиство уст Сейсав тунтева ластолу Хамбадристис хунтес праот Ремес полуле грави ваот. Мне очень понравился, да, вот, это реально пиво для бани, потому что вот эти березовые веники, они дают, ну, я такой никогда не пробовал еще раз, вот сегодня попробовал, и хотелось бы больше такого пива, конечно. Пиво просто шикарно. Я думаю, прекрасно. Ой, кулабиду. Ну, судя по количеству пустых бокалов на стойке, можно сказать, что праздник на деревне удался. Праздник на деревне! Кулабиду!